Не профессия, а призвание. В школе Всероссийского детского центра «Орленок» прошел традиционный конкурс педагогического мастерства. В этом году за звание лучшего учителя боролся весь коллектив. 40 преподавателей в творческой форме раскрыли секреты своего мастерства, поделились успехами за прошлый учебный год и наметили ряд программ, которые реализуют уже в сентябре. Каждый учитель участвует в каждом этапе. Проделана огромная работа административной группой. Исследовали, проверялись и методические знания, и уроки, и проверялась работа с документацией. То есть всего было 8 этапов в течение всего учебного года. И, естественно, ни один учитель не вышел из поля зрения. По итогам конкурса педмастерства третье место заняли Наталья Белякова, учитель русского языка и литературы, и Елена Милякова, преподаватель химии и биологии. Серебро разделили географ Оксана Очох и математик Ирина Белоногова. А лучшим учителем «Орленка-2018» стала Елена Костина, учитель русского языка и литературы.